Крымский спикер Владимир Константинов в ходе рабочей поездки побывал в Раздолинском районе. Вместе с жителями района группа парламентариев под руководством председателя Госсовета обсудила самые животрепещущие проблемы района и на месте попыталась выработать пути их скорейшего решения. Предательство – это тяжелая вещь. Когда берешь их на себя, потом людям нужно смотреть в глаза, если ты их обманул, в эти глаза уже смотреть, конечно, не хочется. Такими словами приветствовал жителей Раздолинского района крымский спикер Владимир Константинов, чем сразу дал понять, если Госсовет что-то пообещает, то непременно выполнит. Такое видение организации работы с населением разделяют и остальные участники группы. Проблем в Раздольном много, и они ничем не отличаются от трудностей, которые испытывают жители соседних районов. Это и газ, и вода, и недостаточное финансирование учебных учреждений и дороги. Там большой поселок у нас. Ни газа нету. Ни привозят баллон газу, 1000 с лишним баллон. Решать все эти вопросы в Госсовете предлагают систематизированно. Совершенно конкретные проекты куда? Подо что и по какие проекты? Вы говорите газ. Значит, один проект. Вода, второй проект. У меня был разговор с министром жилищно-коммунального хозяйства и с этой организацией, которая занимается бурением. Они готовы приступить к работе буквально со вчерашнего дня. Залог успеха в решении самых сложных вопросов Владимир Константинов видит в первую очередь в формировании механизма обратной связи. Люди и власть должны не только слышать друг друга, но и действовать сообща. Я абсолютно убежден в том, что у нас все получится, но будем делать это совместными усилиями. Обязательно их участие, обязательно они должны подсказывать, какие проблемы в первую очередь решать, какие во вторую. Нужно формировать все в блок под названием «Народная программа». Выработать концепцию и претворить в жизнь народную программу – главная задача на следующие 5 лет, считает крымский спикер. Только так Крым станет с колен, на которые все 23 года его ставило украинское правительство. Егор Петрунин, Виктор Коса, время новостей, Раздольнинский район.